Первая игра турнира майонез против Малкович, да. Кто победит? Но ваши ставки, господа. Первая игра на турнире Нубаскап, нахуй. От 0xD. Что думаете? Я за Малковича, он сможет взять? Готовьтесь к бою. Ну тогда посмотрим за Малковича в начале. Дум против Раунд антенны. Начнется через Погнали. три, Три, две, две. Одну. На антенну, блядь. Хоп. За мигой надо, ебаная Настя, на куда ты побежал? Так, хорошо, нихуя тут уже, блядь, тактики галактики. С острогой нападает на него. Стрейфочки, блядь, лево-вправо нападать не буду. На, нахуй, проткнули иглой. Майонез вырывается вперед, нахуй. Он обмазался, блядь, обмазал лицо себе майонезом. Говорит, расхуярю. Это боевая тактика. На, нахуй, минус 90, беги, блядь. 57, погнали, что будет делать? Стрейфочки, хуёчки, услышал веревку, нахуй. Тарзан, блядь, будет прыгать наверх, на Релган, наверное. Оп, нет. За шафтом убежал майонез, Тарзан остался там. Появился армор, но майонез его не берет, потому что это нубскап. Так, не понимает, где он, слева или справа. Прицел 120, блядь. Так, забирает мигу. Не подрелил. Джон Малкович, блядь, убегает на Релган. Тут шифт с шафтом, сразу видно, очень опытные игроки. Оп-оп. Услышал, блядь, то, что он на воде. Не понимает, где. Уху, блядь. Уху, будет кто, нахуй. МП-150, шафтагарики, нахуй. Тут нападание. Ой, потерялся шат 100-500, нахуй. Добивать мы, естественно, будем ракетой. Пилой. Ебать, унизил его. 2-0. Майонез по респам начинает гонять. Какие подлобы, какие подлобы. На, нахуй, соточка. Так. Catch me now, ёпта. Машиночкой 3-0. Майонез, мне кажется, блядь, будет чемпионом нубскап. Четвертый раз мы клацаем на шафт. Его он думает, он появится, а его там нету, нахуй. Оп. Ух, увидел, бля. Оп. Тут ГГ. Никитзор пишет, тут ГГ, майонез очень силен, нахуй. Хоп. Увидел. Тут засада. На, солид! Без шансов вообще. 4-0, 4-0. Что делает, нахуй? Плазму достал, бля, текстуры, нахуй. На плазме охуевают. Оп, 5 секунд до красного. Какой релган, какой релган. Еще лучше, нахуй. Сейчас надо рокетджамп делать. Ну-ка, может, 7-й попадет. Оп. Подлова, тишина в зале. Ши! Эх, блядь, не попал. Давай еще. Пиздус, соленки, как 90-е, блядь. Давай, драка, подожди, блядь, не попадай так сильно. Подожди, я попаду. Хорошо, 5-0, нахуй. Оп. Без шансов, майонез разъебывает голову, но. Красная, прекрасная. Оп. Тишина в зале, нахуй. Красная лежит, туда майонез только сейчас пойдет. Ну и он, естественно, не успеет, потому что он на контроле, чтобы по-честному было, блядь, он дает контроль. И начинаются перестрелки, Орлган ни один не попадает, но тут шафт миллион. Пипец, в этому шафту позавидует даже сам Рейзи, нахуй. 5-1 убил. Камбэчная от Малькольма, Малковича. Хорошая перестрелка на Релганах, никто не попадает. Сразу видно, очень опытные игроки. Какая веревка. Тут со строгой, блядь, нападает. Полет. Ебать, веревкой надо было клацать. 12. Эх, там один хп, здесь подлова с пилой, блядь. Хорошо лобит с пилой, блядь. 6-1. Ой, боже, бля, мига появляется тут солью, бля, дедовской. Не попадает, тут кулачки, нахуй, на 120, ёп, Тайсон не сработал. 6-2, камбэчная пошла, красная 3 секунды, блядь. Врывается, нахуй. Оп, с шафтом. Красная появляется, что будет делать Афина? Фух, бах. Эх, не получилось, блядь, он думал то, что это агент на Афине, но хуй наны. Тут с респа с дробашом. Ой, хороший релган. Еще будет. Еще лучше. Давай третий. Давай, блядь, да что ж такое, нахуй. Не попадают сегодня релганы, да. Вроде готовился к чемпионату, нахуй, мира. Оп. Эх, хорошо, нахуй.
Уху! Блять, попали с релгана, нечестно, нахуй. Я не попадаю, он попадает, сука, только с релла и может, наверное, кричит там майонез. Так, погнали дальше на минге. Тут нападает с дедовским обрезом, с кулаками, блядь. Мармеладзе, нахуй. У кого лучший респ, естественно, у майонеза. Блять, вот так всегда. Вот играешь против соперника, он выигрываешь по счету, и у него лучший респ. Сука, всегда все против меня, думает Малькольм, нахуй. Дал минус 120, но этого мало, красный появляется. Майонез идет туда, забрал полный контроль. Как контролит, ебать, бог, бог контроля. Ну-ка, с релгана опять, давай. Еще, бля, еще давай. Так, переключение оружия, еще с релгана, давай. Блять, самый сильный релган, давай еще. Да что ж такое это, сука. Вроде летело вчера, нахуй. Это, блять, что-то не то, нахуй. Сервер не тот, дудосит. 10 секунд до красного. Хорошо, ебать, шаф миллион, нахуй. Хороший ролган, блядь, как, какие выстрелы, какие. Тупился, отдыхает, нахуй, по сравнению с майонезом, нахуй. 80 секунд до миги. Надо, мне кажется, рейлить ему. Больше рейла использовать. Минус 100. Надо ролган, давай, пошел. Попадет. Делаем ставки, господа. На ролгане, блядь, Малькольм. Ух, какие, блядь, штуки. Хорошо, 10-3, вообще без шансов. Ну-ка давай. Ай, хорош, хорош. Блять, красиво ловит Зелгана, нахуй. Блять, заблудился. Не так быстро, нахуй. Не успевает мозговидка обрабатывать, нахуй, информацию. Стрейфочки, блять, бога, нахуй. Ебать, заплазмил, вообще не чувствую. Может, красный сейчас появится? Нет, подловим на респе. Блять, да что ж такое-то, а? Когда же он полетит, этот Зелган, нахуй. 11-3, майонез вообще, блядь, непобедим, нахуй. Сука, не допрыгивает. На, еще, Стрелган, еще хочешь? На, еще, йод, еще давай. На, ура! Хорошо, поздравляем, попал, наконец-то, нахуй. Так. Тут на веревке Тарзан, блядь. Давай, ёпта, подожди, не нападай так, пиздец. Только и может перестрелом брать, нахуй. 12-4, блядь. Хорошо, залез, мега появляется. Ой, бля! Блять, веревка даже не спасла. Да что ж такое, как я за карту-то улетел? Вроде тренировал ее нахуй годами. Эту Афину. Майонез, блядь, с дралганом идет. Это его самое мощное оружие на этом турнире. Хоп. Да, хорошая реакция. Уху! Там! Уебать, рокеты бога, нахуй! Он сейчас доволен собой, пиздец. Еще подловы. Ну-ка. Ча! Давай еще. Че? Ебать, попал еще. Че? Давай еще. Блять, ну почти, почти, блять. Сука, че ж такое не летит? Это все из-за турнира. Нервничаю, наверное, он думает. Тут Тайсона включил. Давай, улетай, блять, мига. Давай в другую сторону. Хорошо, блять. Надо улыбку написать. На, нахуй, 15-5. Подожди, блять. Турнир в самом разгаре. 24, только начало. Ебать, шафт миллион, машинка. 78 шафта, но мы на машинку, естественно, блядь, будем переключаться. Хо! Высший так, класс. Высший класс, нахуй. Ты не ожидал такого? 16-5, тут подлова. И ждет его. Мальком заходит на ракету. Малкович. За Рулганом пошел. На! Шо? Блядь, да что такое? Понаставили стен, блядь. Высший класс. 17-5. Майонез просто разваливает. Кто-то подсказывает, что это Тупилсон под фейком играет. На майонезе, но. Ебать, просто уничтожает, блядь. Остается 1.5 минуты, нахуй. И майонез, блядь, вырвет первое очко на турнире. Блядь, мега появилась, но мы ее, естественно, не заберем. На! На, ёптать, лети! Бать, тут драка на дробовиках. Пила, бля. Как уверен майонез в своем аиме, особенно с Элгана, это пиздец. Бог. Блять, да что ж такое, это не могу рассчитать. Опа! Ну-ка давай, я Килсон! Так же целится, кстати, как Килсон. 19-4. Бать, тут ракета старая. На!
Да что ты, сука, стрейфишь-то? Подожди, дай прицелюсь. Не могу прицелиться, но... 20 на 7. Хорошо. На! Блядь, да не дай дотянуться-то! На! Давай еще. Хорошо. На, ёпты, даже так, нахуй. 27. Просто размотали тебя, нахуй. Майонез уже так уверен в себе, говорит. Мне кажется, я разъебу всех на этом турнире. Ну-ка, ролганчик. Нихуя себе! Он обычный, не попадает, но только флики. Но! 21 на 7. Победа. Красиво, красиво. Поздравляю Майонеза с первой победой на турнире.